Всем привет, меня зовут Настя, я живу в Кремниевой долине. Расскажу вам сегодня о том, какая здесь складывается ситуация с коронавирусом, какие меры предпринимаются. Также мы зайдем с вами в магазин и посмотрим, так ли все на самом деле плохо, как нам об этом говорят. Сегодня 16 марта, понедельник. 6 округов штата Калифорния анонсировали приказ «Shelter in place». Что это значит? По сути, это значит, что людям не рекомендуется покидать свои дома без острой необходимости. При этом люди могут выходить за продуктами, за лекарствами, они могут посещать больницы, если возникает такая необходимость. Они также могут выходить просто гулять. Однако рекомендуется соблюдать дистанцию 2 метра с незнакомыми людьми. Продолжают работать аэропорты, продолжают работать такси, продолжает работать общественный транспорт. Но, опять же, рекомендуется пользоваться услугами общественного транспорта в случае острой необходимости. Продолжают работать кафе и рестораны. Уже нельзя прийти заказать еду и съесть ее на месте, но можно взять еду на вынос, либо заказать доставку. Большая часть занятого населения переходит на работу на дому. Все жизненно важные службы по-прежнему функционируют. Открыты банки, открыты аптеки, открыты магазины, рестораны и кафе. Прогуляемся немного по нашему району. Мы живем в городе Санта-Клара. Это самое, что ни есть, Кремниевая долина. В самом округе Санта-Клара, он включает в себя, по сути, большую часть Кремниевой долины. В настоящий момент зафиксировано максимальное количество подтвержденных кейсов коронавируса по всей Калифорнии. Да, введен карантин, да, уже нельзя сходить на концерт, нельзя посидеть в ресторане, нельзя сходить в музей или зоопарк, но при этом всегда можно пойти прогуляться и подышать свежим воздухом. Наверное, уже где-то вторую неделю невозможно купить антисептик. Они как пропали с полок, так и не возвращаются. В магазинах еще пытались как-то ограничить количество антисептика, которое продавали в одни руки, но все равно там разобрали буквально за часы все. На Amazon недавно смотрела, что появились какие-то мошенники. Сначала вообще антисептики все были вне доступа, потом очень резко появилось несколько новых антисептиков, каких-то азиатских. В ревью пишут, что это все подделка. На самом деле это скам, потому что они ставят картинку антисептика, а она по факту присылает тебе солевую лампу. Мы ждали все выходные, пока пройдут все столпотворения в магазинах, чтобы нормально в понедельник утром съездить и купить продуктов. Давайте посмотрим, что из этого вышло и что меня встречало на входе в магазин. А как вы выглядите в понедельник утром? Вот я приехала с утра в магазин. Сейчас еще нет 8 утра. Вот такая вот очередь на вход выстроилась. Магазин еще закрыт, осталось буквально несколько минут. Закрываются школы, закрываются библиотеки, детские сады. У нас в библиотеке предприняли меры по борьбе с вирусом. Я там бываю, в принципе, несколько минут в день всего. И каждый раз вижу, как работники протирают постоянно дезинфицирующими салфетками все поверхности. Везде стоят антисептики полные, но они, в принципе, раньше стояли. Также там есть сенсорные экраны, возле них тоже поставили пачки с дезинфицирующими салфетками. Убрали все игрушки из детской секции. Как раз я в пятницу только заходила, спрашивала, будут ли они работать. Они говорили, да, да, мы работаем в обычном режиме. И вот в субботу их уже все, их уже закрыли. Специи раскупили. Обалдеть можно. Мука. А где сахар? Там. О, сахар есть. Было здесь интересно, что здесь продавалось раньше. А здесь
всякие полезные штуки продавались, типа миндального молочка, бобов чиа, различные гранулы, все пусто. Стэнфорд перевел обучение в онлайн-режим. Он сделал это одним из первых крупных вузов. Стэнфорд причем попросил своих студентов по возможности выехать из общежития. Наверное, будет излишним говорить, что многие бизнесы сейчас находятся в упадке, особенно те, кто работает офлайн. Моей подруге, она водит дочку в бассейн. Бассейн прислал сообщение о том, что он, естественно, закрывается, и при этом большая часть сотрудников будет уволена для того, чтобы они могли получать пособие по безработице. Не факт, что все они будут восстановлены, когда кризис закончится. Те же самые службы такси, например. Они также продолжают функционировать, но людям разрешено пользоваться такси только при острой необходимости. Мне рассказывали, что сейчас практически уже никто не ездит на такси, и непонятно, каким образом будут зарабатывать водители. Возможно, они очень быстро переформатируются в доставку еды. Потому что сейчас совершенно очевидно, что все перейдут на этот формат. У стартапов не самая завидная ситуация сейчас, особенно у тех, кто в ожидании нового раунда финансирования, потому что понятно, что сейчас любые личные встречи с инвесторами исключены, и люди остались в подвешенном состоянии. Неясно, выживет их бизнес или нет за время кризиса. Теперь мы отправляемся в самую интересную секцию, это вода. В принципе, все не так плохо, как я думала, совсем ничего не будет. Я даже смогу какую-то воду забрать. О, как раз обычно эту воду мы и покупаем. Опа, молочка. Молоко разобрали. И масло разобрали, и сметану разобрали. Торты все на месте, никому они не нужны. Здесь раньше была готовая еда, но все убрали в целях безопасности. Здесь тоже были салаты, все пусто. Вот такой вот запас у меня получился. Внизу вода. Честно говоря, я первый раз такое количество еды закупаю. Теперь мы ставим в очередь. Она вот начинается, и вот там, все туда, и вон касса только вдалеке, вот такая вот очередь. Что касается системы здравоохранения, тут все более-менее нормально. Нам присылают сообщения о том, что если у вас наблюдаются, например, симптомы гриппа, то сидите дома, принимайте жаропонижающие, ждите, пока у вас все пройдет. Если вам становится хуже, то тогда уже в крайнем случае обращайтесь к доктору. Пишите, звоните при необходимости. Вот. А если люди откуда-то приезжают, то они могут пойти и провериться на коронавирус. Их встречает человек в костюме, в маске, проводит их там в специальную комнату. Потом, после того, как они сделали тест, их запирают еще на 2 часа в другую комнату. И только после этого отпускают, если все хорошо. В больнице обычные приемы по возможности либо отменяют, либо переводят в онлайн-режим. И все это в 9 утра в понедельник. Ну что, всего полчаса в очереди, и я все купила, упаковалась. У меня вот даже следы от маски еще остались, очень жарко в ней стоять. В принципе, я купила все, что мне было надо и в каком мне надо количестве. Да, очень много народу, все затариваются, полупустые полки, но магазины супер круто подготовились. Только что пришла смс-ка о том, что мой мобильный оператор до 13 апреля бесплатно мне предоставляет безлимитный интернет. Так я плачу 40 долларов в месяц за то, чтобы иметь 10 гигабайт интернета. А так он у меня будет за 40 долларов безлимитный. По-моему, отлично. То есть бизнесы как могут адаптируются по текущую ситуацию.
На мой взгляд, очень здорово. Наверное, лучше в следующие 2 дня не ходить в магазины за продуктами. Там уже творится полная жесть. То, что я показала, как я сходила в магазин утром, это еще ничего. Потом мне уже начали рассказывать о том, как и по 1,5 часа проводили в магазинах. Как в другом магазине стояла огромная очередь на вход. Людей небольшими группами пускали в магазин. То есть они просто не могли попасть туда. Я не говорю уже о том, чтобы что-то купить и простоять очередь на кассе. В этом магазине ввели лимиты на то, сколько продуктов выдавали в одни руки. Например, давали одному в руки только 1 галлон молока, 1 пачку бумажных полотенец. Я очень надеюсь, что вся эта ситуация благополучно в скором времени разрешится, прекратится это массовое сумасшествие вокруг магазинов и скупки всего подряд. Очень хочется верить, что все находится под контролем, просто принимаются превентивные меры. Нужно только немного потерпеть, а затем мы все вернемся к нашему привычному образу жизни. И все будет хорошо. Пока-пока!